В вузах края стартовала приемная кампания. В Алтайском государственном университете документы от абитуриентов начали принимать накануне, в педагогическом – сегодня. Завтра к ведущим вузам края присоединится и медицинский университет. Кстати, в аграрном документы принимают с 1 июня, а в техническом – с 13 числа. К сожалению, количество бюджетных мест в политехе в этом году снизилось на 24, а вот классическому университету, напротив, выделили на 92 бюджетных места больше, чем в прошлом году. В медицинском на бюджет могут претендовать ровно столько же абитуриентов, как и в 2017.